Біля Києва люди миються в річці та носяться туди-сюди з відрами. На цьому тижні ми розповідали про ціле містечко без питної води. Чому ж за якихось 30 кілометрів від столиці таке середньовіччя? І хто в цьому винен, з'ясовував наш американець Рікі. Без води обычный человек может прожить максимум трое суток. А в городе Васильков живут такие необычные люди, что живут без воды 8 дней. Это не только в нашем доме, это полгорода воды нет. Весь город без воды. Все грязное. Речка Стугна в нас, и мы бегаем туда ночью мыться. Я помыться, агит, а постирать? Скажите, пожалуйста. На пятый этаж, пока сюда туда это вытаскаешь, точно, что фитнес сделали, блин. Зато такого нема, что тут у нас. Радуйтесь, что это произойти не с вами, напрасно. И вы можете стать следующим мужик или леди с пустым ведром и с абсолютным порожняком в кран. И что вы тогда делать? Ругаться, матюкаться? А куда? 27 звонков сделала в ЖЭК, в диспетчерскую. 3 телеграммы послала президенту. Вчера тут, вы знаете, депутат, бо вы вчера тут выступали. Но ничего из этого жителям-васильковцам не помогло. Сейчас вы узнаете, почему. Самый первый проблем – незнание проблем. Как нам объяснили, сгорел насос какой-то основной в городе. А на самом деле поломались половина всех насос города. Больше 10 штук. Их не смогли заменить, потому что местный депутат не выделил денег. Хотя парни коммунальщики объяснять, городу грозит глобал капец. И тогда взагалі в місті не буде жодної краплі води. Такілість в январі місяць к нашим депутатам доблесним. 4 місяці – січень, лютий, березень, квітень. Пыталась быть на сесіях, которые не состоялись, потому что не собирается депутатский корпус. Они просто саботируют работу виконавчої влади. Говорят, что при прошлый мэр города из партии регионов депутатам платить неофициальный заохочевальный бабло за то, чтобы они не прогуливали сессии и голосовали. А новый мэр бабло не дает. Может, поэтому депутаты начали тупо игнорировать свою работу. Слів нема і мати кончилось. Но сейчас главный шок. Все документ по Васильківський водопровод тупо исчезли. Говорят, их спалили во внутреннем дворе ЖЭКа после того, как из страны сбежал президент Янукович. Послушайте, я работаю на данном предприятии с июля месяца прошлого года. Я пришел на это предприятие, в котором не было ни одной технической бумаги, где были ни одного чертежа по схемам. Все пришлось делать, исследовать город и начинать с чистого листа. И сразу схватились за голову. Оказалось, воду для весь город берут в скважина на окраина, и она должна сначала под высоким давлением идти в центр, к многоэтажка. Но прошлый недобросовестный власть подключил целый микрорайон частных секторов, расположенный возле скважина, прямо к главной трубе. И теперь каждую весну... Частный сектор включил глобально поливы. Поливы огородов. И давление в труба падать, и вода не мочь подняться в многоэтажка. Вибачте, але крадуть воду у своих сусідів. Есть даже совсем беспредел. На одній зі свердловин ми знайшли шланг довжиною приблизно 100 метрів, який був під'єднаний до манометричного вузла. Тобто люди собі спокійно вдарилися в комунальну власність, зняли манометр, поставили кран і провели шланг до себе на город. Клас. Тут у людей немає води, а в них там зато росте картопля. Начальник нашої дільниці водопостачання, да, звісно, відрізав цей шланг і почав його згортати. На цій годі мешканці відреагували досить агресивно. Вони спробували його зупинити. Но все-таки большинство огородников подключены к труба официально, и их нельзя отключить от труба. Поэтому насосы работать в такой неправильной системе на износ и постоянно ломаться, и ремонтировать их нет денег. Нам население заборгувало за водопостачання и водовідведення більше 700 тисяч гривень на сьогоднішній момент. Я розумію мешканців також, тому що вони не отримують якісну послугу, і вони, звісно, не хочуть за неї сплачувати. Але з такими боргами ми не можемо в нормальному стані утримувати водогін. Но є хоч один хороший новость. Накануні депутати, наконець, виділять деньги на новий насос.
Протягом червня ми глобальну проблему вирішимо і вода буде майже постійно в кранах. Просимо постачальників увійти в нашу ситуацію, да, і нам допомогти. І зараз безоплатно під гарантійні листи нам дають в борг. Но это не будет хеппі-енд. В кран вернется вот такая трэш-вода. Вам бы показали, какая у нас вообще бежит здесь вода. Коричневая, как чефир. Вы бачили, какие у нас усі там туалеты. Вы можете показать? Не, не покажу. Вам стыдно. Вот этот налет, он не смывается. С ванной та же самая ерунда. Вот этот фильтр, он 2 недели, и он становится вот такой. Он тоже был белый и прозрачный. О, что это? Это качество воды. Свободное железо, которое поднимается со скважины без водоподготовки, без ее предварительной очистки. Вот кусок трубы, вырезанный из системы. Это не старая труба, это не ржавая труба, это новая труба. Если мы не сделаем в нашем городе систему нормальной водоподготовки, вот эта гадость будет дальше путешествовать из-под земли в чашки наших потребителей. Поэтому сейчас для города жизненно необходим новый правильный систем водопровод. Це можна наступним чином. Прокласти новий водогін, підняти його, подати в найвищу точку в місті, використати цю точку як природню напірну вежу. В цьому місці поставити станцію водопідготовки, вважаючи, що у нас дуже жорстка вода, надлишки заліза перевищують 16-18 разів від норми. Потім звідси подавати по існуючим мережам в воротньому напрямку вже до споживачів. Не через приватний сектор, а спочатку забезпечивши багатоповерхівки. Фактично цей глобальний проєкт, першу його і найважливішу частину ми можемо реалізувати за декілька місяців, 2-3 місяці, при наявності нормального фінансування. Поэтому наш совет жителям Васильков. По-перше, водичку треба економити. По-друге, телефонуйте на аварійну службу, ми завжди її привеземо. По-третє, приватний сектор, лічильники Forever. Будь ласка, економте воду. Не лишайте автоматичний полив. А щоб продвинути проєкт нового водопроводу і вернути собі чисте, безперебойне вода, об'єднайтесь і штормите свою власть. Треба ставати більш свідомими, треба знати свої права і треба знати обов'язки влади. Тому, будь ласка, звертайтесь до своїх вуличних депутатів, пишіть звернення. Я думаю, що так. Всі гуртом ми переможемо. І, кстати, скоро будуть місцеві вибори. Будьте осторожні, щоб не вибрати власть, яка думає, що ви способні жити без води forever, а от ржавчини в ній укріпляється ваш імунітет.